Студенты вузов, техникумов и колледжей могут перевестись с платного обучения на бюджет. Механизм хотят закрепить в законе. Об этом говорили на сессии Верховного Совета. Смысл в том, что сегодня в рамках любого учебного заведения дети переводятся с платного на бюджетное, но на основании какой-то работы, какой-то комиссии внутри, без четких, понятных правил. Законом предусмотрена норма, которая будет предписывать разработку правил, условий перехода правительству, Министерству просвещения. Они будут едины для всех. После обучения студенты, которые перешли на бюджет, должны будут отработать. Только срок будет меньше, чем у студентов, которые учились на бюджете с первого курса. Законопроект рассмотрели в первом чтении. Над ним продолжат работать.